Ура! Новый год наконец наступил. Это знаете, что значит, конечно же, куча подарков. Естественно, для меня. Какая большая коробка приехала. Ну что, время осмотреть. Итак, насколько я понял, тут не только какой-то подарок от кого-то. Тут целый сборник подарков от разных совершенно людей. Давайте посмотрим. Так. О! Первый у нас подарок — это кубок. Видимо, я его выиграл когда-то. Я уже не помню, когда это случилось. Видимо, молодец, я что-то поздравляю. Сам себя поздравляю. Время будет на следующий подарок. Так. Ух ты, смотрите, какая красота. Видите, это же птица-бомб. Взрывной, из птичек, конечно же. Наш старый знакомый. Мне нравится. А что дальше? А я еще что-то забыл. Письмо. Здравствуйте, уважаемый посадинг. Смею вас представить. Это полиция написала мне. Зачем? Что Дед Мороз разбушевался. И я тут при чем? В связи с хорошим поведением Дед Мороз был выпущен из тюрьмы. Но, однако, мы убедились в том, что это было зря сделано. Дед Мороз разбушевался и опять угрожает всем. Ну так чё они не могут поймать его? Слушайте, всё, я должен ловить его. Ну слушайте, ну я уже столько раз его ловил. Полиция что не может сделать, а тот балбеса. Ладно, что дальше посмотрим. Так получишь, где это? О! Смотрите, какая красота, ваза. Ну, не знаю, ну забавная штука. Ладно. Хотя бы хоть что-то. Дальше что? Осталось немножко. О, нет. Ой. Это сам Дед Мороз не пишет. Хе-хе-хе, фасадинг. Я опять захвачу весь мир. Хочешь остановить меня? Приходи до сюда, до сюда-то. Слушайте, он даже координат написал, куда приходить. Ну... Даже Дед Мороз сам балбес. Слушай, я не собираюсь это делать. Нет. Нет. Сегодня, в этот раз, нет. Я хочу просто отдохнуть. Никаких поимок Деда Мороза. Ну же, уже все. Что у нас еще осталось? Может быть. Он же... Это же... Хотя... Ладно. Последний раз. Я сделаю это последний раз. Нужно поймать и убедиться в том, что он больше никогда ничего не сможет сделать. Это его адрес, ладно. Приходи по адресу. Ладно, я приду. А что делать с этим? Я даже не знаю. Положу его, пожалуй, в безопасное место. И пойду. А? Ты еще кто такой? Хе-хе-хе, ты что, не узнаешь меня, фасадинг? Нет. Хе-хе-хе, это же я, твой знакомый Дед Мороз. Хе-хе-хе.